Зачем россиян заманивают во вклады с большим доходом? В чем подвох? Хватит ли денег на всех? Проценты по вкладам выросли, и многие граждане задумались о том, чтобы положить деньги под этот высокий процент, у кого они, конечно, есть. Но стоит ли это делать? Может быть, это новая ловушка от банков? Сегодня разберемся. Всем здравствуйте, меня зовут Роман Родин, я руководитель федеральной юридической сети «Делаю время». Здесь мы говорим простыми словами о ваших правах. Досматривайте это видео до конца, ведь в нем я расскажу, зачем россиян заманивают во вклады с большим доходом и стоит ли доверять банкам. Подписывайтесь на наш канал сейчас, чтобы быть в курсе юридических нюансов в Российской Федерации. Поддержите лайком наш канал, нам действительно это важно. Заранее спасибо. Итак, ни для кого не секрет, что инфляция в стране растет быстро и едва ли государство может ее остановить. И для того, чтобы как-то ее усмирить, Центробанк увеличивает ключевую ставку. Сейчас они подняли ее уже до 18% и не исключено, что поднимут еще и до 20%. При помощи увеличения или уменьшения ставки ЦБ регулирует количество обращения денег в стране. Например, при низкой ставке все начинают брать кредиты, начинают активно развиваться и тратить свои деньги. Но когда ставка высокая, люди не так активно берут кредиты, поскольку они довольно дорогие. Но согласитесь, немного желающих взять кредит под 30%. Но государство должно что-то делать с перегретой экономикой. Именно поэтому ставка по вкладам сейчас выросла еще больше, что наталкивает людей на мысль, а не положить ли мне деньги под такой высокий процент. Ведь раз время непростое, деньги лучше придержать, не так ли? А как думаете именно вы? Сами-то планируете вы класть деньги свои кровно заработанные в банке? Очень было бы интересно узнать. Напишите внизу в комментариях. А может быть и класть нечего, и если ситуация такая, то тоже напишите в комментариях. Заранее благодарю вас. А в чем же подвох, спросите вы? А подвох, друзья, в том, что такие высокие ставки на депозиты в 16-20% сохраняются только первые месяцы. Например, если вы откроете приложение Сбера и прогнозируемый заработок от вклада, то увидите, что 18% он обещает только на 8 и 9 месяц вклада. До и после этого срока ставка составляет 13-14% соответственно, а то и меньше. Ну то есть в основном банки хотят искусственно заставить вас действовать по своим собственным правилам, сделать вклад именно на тот срок, который нужен им, и под тот процент, который выгоден им. Поэтому внимательно читаем условия всех вкладов, они очень хитрые зачастую. Ну и получается, что вклад на будущее, так сказать, то есть на несколько лет уже не будет таким выгодным, как мы к этому привыкли. Второй момент. Уже сейчас вклады в сумме составляют 1 000 000 000 рублей. Представьте, если в случае кризиса люди резко начнут снимать свои средства. Но ведь денег тогда на всех уже точно не хватит. И хорошего мало что нас ждет в этом случае. Деньги просто заморозят и неизвестно когда отдадут. Понятно, что я сейчас рассматриваю какие-то крайние сценарии, но ведь про текущую ситуацию в соседней стране тоже никто не верил. Поэтому, друзья, случаются зачастую те вещи, которые мы вообще не ожидаем. Идем дальше. Даже вклад 20%, который сейчас кажется выгодным, через 9-10 месяцев окажется практически бесполезным, потому что цены растут, инфляция растет, так что в реальных деньгах ваша чистая прибыль только будет уменьшаться. Вот, например, вы положили 1,5 миллиона на вклад в банк. Надо понимать просто, что через год эти 1,5 миллиона станут, как сегодня, скажем, 1 000 000. Ну и вот здесь становится сразу все понятно, что выгодно, а что нет. Также нам прогнозируют, что доллар потерял свою силу и больше не актуален. Я уже вот сколько живу на свете, 39 лет слышу о том, как умирает доллар и как загнивает Европа. Доллар же сегодня впервые в этом столетии упал ниже 27 рублей. На мировых финансовых рынках крупный обвал американской валюты. В ближайшие несколько лет доллар упадет еще значительно ниже. Российский рубль резко укрепил свой курс. В первый день торгов в новом году на московской валютной бирже доллар рухнул почти на рубль. А тем временем рубль все обесценивается, а доллар уже стремится к 100 рублям. Теперь люди резко обратили внимание на такой приятный процент по вкладам. И вместо того, чтобы переждать, люди несут деньги на вклады. Но я думаю, что рано или поздно мы снова увидим внушительный рост доллара. Главное, друзья, чтобы не было поздно, потому что деньги на вкладах, возможно, будет вытащить уже не так просто. Нас настойчиво пытаются убедить, что вклад сейчас очень выгодный, его нужно сделать, пока такое вообще предложение существует. Однако эта стратегия может быть выгодна только лишь на короткий срок. Не на 6, даже 9 месяцев, я бы вообще не клал деньги на депозит более 3 месяцев.
Поэтому единственный разумный выход – это диверсифицировать риски, как я уже сказал, то есть часть держать во вкладе, часть в других инструментах, которые будут все-таки расти, вот, а не обесцениваться. Ну и часть в долларах, наверное. В каких банках лучше не брать кредит, друзья? В 2024 году топ-6 опасных банков для заемщиков. Об этом у меня есть отдельное подробное видео. Смотрите вот по этой ссылке. Если вы все же рассматриваете для себя на данный момент времени вклад в банке, то подумайте и продумайте заранее, что вы будете делать дальше через там, год-два, когда время этого вклада закончится. Друзья, а если среди наших зрителей есть те, кого давно мучают микрозаймы, кредиты и другие долги, вы хотите законно от них избавиться раз и навсегда, общая сумма всех ваших долгов более 300 тысяч рублей, напишите напрямую нам в WhatsApp или Telegram по ссылке внизу в описаниях или в комментариях. Мы работаем по всей России уже более 9 лет, успешно помогаем гражданам Российской Федерации списывать долги. Обязательно поможем и вам. Все наши контакты в описании под первым комментарием. Друзья, напишите свое мнение в комментариях по этой теме. Я надеюсь, что видео было для вас полезно. Если это так, то поставьте лайк и подпишитесь на наш канал, чтобы не пропускать наши свежие ролики. Спасибо, что досмотрели до конца. На этом у меня все. Пока.